острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками. Вчера я отдубасила одного мальчишку, отвесила ему хорошего леща. Мы, Василий Островский и девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. У нас на Васильевском всегда ветрено, сечет дождь, сыплет мокрый снег. Иногда случается наводнение, и наш остров плывет, как корабль. Слева Нева, справа Невка, впереди открытое море. У меня есть подружка Таня Савичева. Мы с ней соседки, она со второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже, рядом булочная, в подвале керосиновая лавка. Сейчас лавки нет, но Таня на время, когда меня еще не было на свете на первом этаже, всегда пахло керосином, мне рассказывали. Тане Савичевой было столько же лет, сколько и мне теперь. Она бы могла уже давно вырасти и стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой. Она была пивоней и всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на слова. Спотыкнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела. Ей нельзя было заикаться. Она собиралась стать учительницей, как Линда Августова. Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки в замок и ходит из угла в угол. Дети, сегодня мы займемся повторением. Тут споткнется за нас слой, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате никого. Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, Василий Островский, девчонки, хоть кого найдем, но теперь уже врач не нужен. Она осталась там, моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на большую зиму, и дорога, названная дорогой жизни, не помогла ей. Девочка умерла от голода, и не все ли равно, от чего умирать, от голода или от пули? Наверное, от голода еще больнее. Я решила отыскать дорогу жизни. Проехала на Ржевку, где начиналась эта дорога. Прошла 2,5 километра. Там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить. Какие-то взрослые спросили меня: «Ты кто такая?» «Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я хочу строить». Мне сказали: «Нельзя, приходи со своим районом». Я не ушла, осмотрелась и увидела малыша, Головастика. Я ухватилась за него. Он тоже приехал со своим районом. Он пришел с братом. С братом можно, с районом можно. А как же быть одной? Я сказала им: «Понимаете, я ведь не просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге, Тане Савичевой». Они выкатили глаза, не поверили. Переспросили: «Таня Савичева твоя подруга? А чего здесь особенного? Мы одногодки, обе с Васильевского острова». «Но ее же нет! Да чего, бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим?» Я сказала, чтобы они поняли: «У нас все общее, и улица, и школа. У нас есть хомячок, он обьет щеки». Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила: «У нас даже почерк одинаковый». «Почерк?» Они удивились еще больше. «А что почерк?» Неожиданно они повеселели от почерка. «Это очень хорошо! Это прямо находка! Поедем с нами!» «Никуда я не поеду! Я хочу строить!» «Ты будешь строить? Ты будешь для памятника писать Таниным почерком?» «Могу!» — согласилась я. «Только у меня нет карандаша. Дадите!» «Ты будешь писать на бетоне.
На бетоне не пишут карандашом. Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте. Но они привезли меня на бетонный завод и дали Танин дневник. Записную книжку с алфавитом А, Б, В. У меня есть такая же книжка за 40 копеек. Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано: Женя умерла 28 декабря, 12:30 утра 1941 года. Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти, но я Василий Островская. И если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать. Давайте ваш бетон, буду писать. Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. Мне говорили: не торопись, пиши спокойно. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Пока я писала про Женю, умерла бабушка. Если просто хочешь есть, это не голод. Поешь часом позже. Я попробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод. Когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце, все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. У Лёки был свой угол, огороженный шкафами. Он там чертил, зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий в очках. И все скрипело себя своим респедрием. Мне рассказывали, где он умер. Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила буржуйка. Где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Лехе не хватило лекарства. «Пиши», — тихо сказали мне. В новой раме бетон был жидкий. Он наползал на буквы. И слово «умер» исчезло. Не хотелось писать его снова. Но мне сказали: пиши, Валя Зайцева, пиши. И я снова написала «умер». Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневник Тани Савичевой становился все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу, но не сдавалась, жила. Мне рассказывали, наступила весна, зазеленели деревья. У нас на Васильсковом много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки, и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и Таня держалась. «Что же ты не пишешь?» – тихо сказали мне. «Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон». Я долго не решалась открывать страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама, 13 мая, 7:30 утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило слов написать это слово. Я крепко сжала палочку и коснулась бетона, не заглядывая в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил, бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы. «Можешь еще писать?» «Я допишу», — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. И Таня Савичева — моя подружка. Мы с Таней одногородки. Мы, васильстровские девочки, умеем постоять за себя, когда надо.
Не будь она в Василистровской, Ленинградской, не продержалась бы так долго. Но она жила, значит, не сдавалась. Открыла страничку «С». Там было два слова. Савичева умерли. Открыла страничку «У». Умерли все. Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О». Осталась одна Таня. Я представила, что это я, Валя Зайцева. Осталась одна, без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная, под обстрелом. В пустой квартире, на второй линии. Я захотела зажигнуть эту последнюю страницу. Но бетон затвердел, и палочка сломалась. И вдруг я спросила про себя Таню Савичеву. Почему одна? А я? У тебя же есть подруга Валя Зайцева. Твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой на Румянинский сад. Побегаем. А когда надоест, я принесу из дома бабушке платок. И мы сыграем в учительницу. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь? Таня. Кто-то положил мне руку на плечо и сказал: «Пойдем, Валя Зайцева, ты сделала все, что нужно». «Спасибо». Я не поняла, за что мне говорят спасибо. Я сказала: «Приду завтра, без своего района, можно?» «Приходи без района», сказали мне, «приходи». Моя подружка Таня Савичева не стреляла фашистов, не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, потому что в нем жила Таня Савичева. И жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только живыми.